поэтому обидно, что проиграли. Надо дать должное сопернику, они старались, удача была на их стороне. Ну и, соответственно, нам не хватило завершающего удара, не хватило концовки, может быть, свежести, не знаю, но для того, чтобы забивать, нужно, чтобы футболисты не просто хотели, а эти мячи нужно выигрывать, набор, чтобы выигрывать, играть на опережение, быть быстрее соперника. Мы, к сожалению, в решающих моментах не были быстрее и, так скажем, хитрее, чем соперник. Поэтому, наверное, нас и наказали этот пенальти, и не забитый, и за это невезение. В последних трех официальных играх Зимбру наколотило 19 мячей, сегодня ни одного. Как вы считаете, с чем команда? С классом команды, либо еще с кем? Вы знаете, для того, чтобы забивать и с перехода с искусственного поля на натуральное, то есть футболисты, не знаю, это не всегда это состояние угадаешь. Для этого нужно, скажем, все равно какое-то время провести на грунте. Плюс еще у нас очень мягкое поле. И созидать, когда видите, то споткнется, кто-то подскользнется. И когда, ну, тяжелее созидать, чем обороняться. И поэтому, естественно, мы больше атаковали, больше у нас было много предпосылок, моментов. Плюс на самом начале игры надо было забивать гол, тогда, конечно, было нам полегче. Ну и, наверное, эти голы, много голов сыграли плохую службу. Где-то, видно, футболисты недонастроились и потеряли ту, наверное, злость спортивную, которая необходима в каждом матче. Moldova Agroinbank și Visa îți prelungesc vacanța. De pe 21 iulie până pe 19 octombrie, achită cu cardul Visa de la Moldova Green Bank orice cumpărătură, oriunde te afla și poți câștiga o călătorie exotică pentru două persoane, la fel și multe alte cadouri sau premii bănești. Moldova Green Bank. Puterea stă în noi!